Черное море Юрий Бурлак переплыл уже в пятый раз. Сквозь волны и ветер, а также шторм на своем маленьком плоту он преодолел сотни километров. Но впервые в свое путешествие Бурлак взял свою супругу. Обычно его сопровождал лечащий врач. У Юрия серьезная травма позвоночника, а с этим недугом он борется уже 20 лет. А плыть и тащить за собой груз – одно из упражнений по реабилитации. К слову, тянул Бурлак из Сочи в Севастополь полтонны. Судно путешественника снабжено навигаторами и различными инструментами. Есть на расшиве и якорь.